Я бы сейчас хотел пригласить нашего брата Булача. Иди сюда, дорогой. Чайхалаев Булач, помощник депутата, прекрасный человек, известный человек нашей республики. Ассаляму алейкум ва рахматуллахи ва баракатух, дорогой брат. Я рад тебя приветствовать на этом благотворительной акции большой наших серьезных организаций, которые помогают нашим детям. Я думаю, у тебя есть что сказать, иншаллах. Бисмиллях. Конечно, есть что сказать. Я бы хотел, чтобы мои детишки вышли, мои друзья, идите сюда. Мать, идите сюда все. Где? Я думаю, они тоже пару слов скажут вам все. Правильно? Дорогие друзья, я в первую очередь хотел бы поблагодарить всех организаторов данного мероприятия. И, конечно же, хотел бы поблагодарить родителей, которые здесь сидят, присутствуют. Спасибо вам за ваше терпение, спасибо вам за ваш труд, спасибо то, что вы у нас у всех есть. И, конечно же, огромное спасибо исцеления и всего самого лучшего от моим друзьям, моим подружкам. Пусть Всевышний вас исцелит, дай Аллах вам всего-всего самого лучшего. Я думаю, Ахмад тоже пару слов скажет. Пожелай всем. Спасибо.